Ну что, друзья, все вы собрались в Крым, все собрались отдыхать, а к морю ведь так хочется побывать у моря. Но не забывайте, что вам у моря придется проходить двухнедельный карантин. Карантин? Вы думаете, это просто так приехал и прошел? Я вот читаю, некоторые пишут, как хорошо в карантине, прям свежо. И вид на море, и отдыхается, и все бесплатно, да еще и кормят замечательно. А давайте-ка мы с вами окунемся в настоящую жизнь, как все-таки происходит жизнь в этих карантинах. Итак, Крым, конечно, вы куда собрались ехать? В Крым. Крым – это такое замечательное место, благоприятный остров. Да, друзья, конечно, остров, тем более теперь он уже стал полноправным островом, потому что он изолирован отовсюду, и соединение у него с материком идет только через мост. Значит, это остров. И в Крыму, конечно, тоже есть карантины, куда вас будут помещать сразу после приезда в Крым. Их называют обсервацией. Знаете, такое вот выдумали слово «обсервация». Обсервация – хорошее слово, а не карантин. А раньше это было просто простое слово «карантин». Ну вот, друзья, ведь вопрос еще стоит в том, а кто же платит и как принимают в этих самых карантинах, обсервациях. А это самый главный вопрос. Когда вам говорят, что там все нормально и все окей, вы можете совершенно спокойно там пожить, не особенно доверяйте, друзья. Да, конечно, помещают в какие-то санатории, потому что в Крыму нет других мест, и поэтому используют сейчас все. И, конечно, крымские власти не поскупились. Они оценивают ежедневное пребывание человека в карантине 1500 рублей. То есть на 1500, в принципе, друзья, можно сносно покушать и сносно отдохнуть. Я не говорю, что это будет шикарный отдых, но на 1500 все нормально. Рассчитано было вроде бы все правильно. А на самом деле, как кормят? Я хочу вам показать ряд фотографий, чтобы вы посмотрели, как происходит кормежка в этих самых карантинах, обсервациях. Давайте посмотрим, и хотели бы вы так питаться у себя дома. Я не думаю, чтобы каждый из вас так нищенски питался, потому что еда, в принципе, нищая. На самом деле, еда даже не для нищих людей, просто какая-то баланда, если честно сказать. Где-то пишут, что да, прямо такие были хорошие обеды. Если комиссия проверяет, приходит, возможно, в этот день вам приготовят хороший обед. А в обычные дни вы будете кушать одну баланду. Итак, смотрите на фото. А одновременно я вам расскажу о том, что глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что жители других регионов, въезжающие в Крым без определенной причины, должны будут самостоятельно оплачивать свое двухнедельное пребывание в обсерваторах. Указ опубликован на сайте правительства полуострова. И вот что это такое без определенной причины, куда будут помещать таких граждан и во сколько им это обойдется. И я никак не пойму, кто же до сих пор платит. То ли это сами люди теперь платят, а то ли все еще платит глава Крыма за них, за пребывание. Сергей Аксенов еще в начале апреля попросил россиян воздержаться от посещения Крыма из-за пандемии. Просьба касалась как отдыхающих, так и тех, кто планировал поездку по работе. То есть, если у вас по работе запланирована поездка, вы должны воздержаться. Тем не менее, в МВД по Крыму регулярно сообщают, что на полуостров беспричинно едут граждане через Крымский мост. Какая должна быть причина, чтобы ехать в Крым на отдых? Крым – место отдыха. Какая причина еще должна быть? Определение причин – занятие глупое. На самом деле, на мой взгляд, взгляд Тани Карацуба, Сеид Бурхан. И правда, фильтрация тех, кто едет на полуостров без уважительных причин, происходит еще на КПП на мосту. Например, сообщалось,
что в день мост в обе стороны пересекает сейчас в среднем 2000 автомобилей, и примерно 20 из них разворачивают обратно. Те, кто проезжает, это жители Краснодарского края, работающие в Крыму и наоборот. Простым туристам прорваться через эти кордоны было сложно, но это было еще весной, друзья. И вот глава Крыма опять уведомил, но это было в мае, хватит, туристы едут, все понимаю, уважаемые граждане Российской Федерации, ждем вас в курортный сезон. А что изменилось в курортный сезон? Да, ничего особенно и не изменилось. По его словам, каждый такой бесцельный приезд – дополнительная нагрузка на органы власти и систему здравоохранения. Поэтому теперь за карантинное размещение приехавшие должны будут платить сами. Если человек не будет готов заплатить всю сумму сразу, то по окончании пребывания в обсерваторе в суд будут направляться исковые требования. То есть у них еще и заработала машина суда. Люди едут отдыхать, но в Крыму работает машина суда, которая будет требовать с них деньги. Но они не хотят размещаться в карантинах. Это принудительное. А раз оно принудительное, за принудительное денег-то платить не надо на самом деле. А вот размещение на карантин командировочных должен будет оплачивать работодатель. Это относится к строителям, занятым в республике в вахтовом режиме, а также к сотрудникам частной компании. То есть в казну, в бюджет каждый работодатель должен будет еще платить 1500 на каждого человека. Но вы же знаете, да, что на границе всегда можно договориться, и многие не едут в карантин, не едут в эти обсервации, а едут к себе по своему месту жительства. Но и все равно за тебя должен заплатить работодатель в казну, даже если ты не находишься в обсервации. Я понимаю, что это выглядит именно так. И вот в пресс-службе правительства Крыма рассказывают, кого коснутся новые правила и в какую сумму обойдется проживание в обсерваторе. Обсерваторы станут платными не для всех, а только для людей, прибывающих в Крым без какой-либо цели. Конечно, курортные места, такие как Крым, они определяют цель. Глупость беспредельная, когда цель определяется поездке, когда место курортное. Но мы сейчас с вами еще поговорим, для чего это нужно, потому что каждое такое пребывание больных или вообще в обсерваторе, оно, насколько я понимаю, оно оплачивается из государственного бюджета. Но опять-таки, это я так понимаю, а может быть в Крыму у них свой бюджет, который совершенно не получает дотации из российского бюджета, общероссийского бюджета. Наверное, они сами зарабатывают свой бюджет. А они зарабатывали раньше свой бюджет, громадный и хороший бюджет, на перекачке нефти, когда нефть поступала из Сирии через крымский порт Феодосия, поступала дальше в Ростов и в Киев, в Украину. Но перекачка была в порту Феодосия. И на этом зарабатывали, вы не поверите, друзья, 20 миллионов в день долларов. 20 миллионов долларов в день. Такая была сумма, о которой шушукались чиновники Крыма. Опять-таки феодосийские чиновники об этом шушукались. СБУ тоже так же шушукались. И там тоже такая же была информация. Я о доходах крымского бюджета. Потому что одно дело все время тянуть с государственной казны Российской Федерации, а другое дело еще и свой собственный бюджет формировать. Но то бюджет, извините, уже секретный, о котором никто не должен знать. Итак, в указе говорится, что речь идет о командировочных. Это мы возвращаемся к бесцельным поездкам в Крым. Речь идет о тех, кто работает вахтовым методом. Компания должна за 7 дней уведомить о прибытии своих сотрудников и взять все расходы на их нахождение в обсерваторе на себя. Это не распространяется на должностных лиц
органов государственной власти, а также на пилотов самолетов и машинистов поездов. Для справки я вам расскажу, что в Евпатории работают 3 обсерватора в санаториях Здравница, Прибой, Победа, которых в общей сложности можно разместить 800 человек. В Ялте под обсерватор выделены Ялтинский городской пансионат с отдельной закрытой территорией, а на южном берегу Крыма санаторий Мисхор. Итак, друзья, мы с вами сейчас посетим санаторий Мисхор и посмотрим, что же там делается, как там отдыхают в обсерваторах люди. Те, кто говорят, что там отдых и кормят хорошо. Это заказные статьи, которые существуют в интернете. По-настоящему заказные статьи. А кто заказывает? Как я понимаю, это заказывает крымская власть, такие статьи. Они должны отчитаться перед правительством Российской Федерации, куда пошли их деньги. А деньги пошли не на баланду из 2 горошинок. Да, простая вода и 2 горошинки. Так вот, не на баланду пошли эти 1500 рублей в день, а вот на прекрасное житье-бытье, на такие хорошие продукты. Мы таких продуктов в санатории Мисхор совершенно не увидели. Ну, давайте сейчас возьмем первое, посмотрим. Это мушиные яйца на омлете. То есть, это снимал мужчина, который выложил это в интернет. Посмотрите, омлет, когда он приготовлен, друзья. Почему на нем мушиные яйца? Или что это такое? Это же страшно, друзья, что это такое. Ну, давайте еще посмотрим. Нет, я хочу вам просто рассказать, что на 1500 рублей вам будут подавать как раз в санатории Мисхор. Вот смотрите, какие-то старые макароны с хлебом. Ну, макароны – это хлеб, да? Но макароны с хлебом. Посмотрите, сколько ломтиков хлеба вам положили. Есть, видите, немножечко овощей. Морковка. И я даже не знаю, сколько это. Наверное, это даже не чайная ложечка сметаны размазанной, а, наверное, это кофейная ложечка сметаны. Но вот и дальше посмотрите. Это почти мясо. Это то, что дается на обед. Посмотрите. Вот это баланда из какого-то, я не знаю, суп, не суп. Посмотрите, это вода. Люди, которые пробовали, сказали, что это просто вода. В ней плавают вот такие зелененькие овощи, непонятно что. А теперь смотрите на картошку. Кто из вас будет есть такую картошку? Ну да, когда вы отчаянно голодны, может быть, вы засунете в себя такую уже серо-зеленую картошку. А когда вы, в принципе, не из голодного края, а из нормальной семьи, то как вы будете это есть? Скажите, вы будете это есть? Вот такая ситуация у нас с вами с крымскими продуктами. Смотрите, видите, еще раз, макароны – это тоже обед. И вот малюсенький кусочек мяса. Посмотрите, насколько он мал. Это курица, как вы понимаете, но насколько мал этот кусочек. Вот еще смотрите, это супчик. Опять-таки суп, сваренный на простой воде без мяса. Вот там плавают кубики овощей, и все. Салат. Вот что дают. А теперь посмотрите, да, дают мясо. Вероятно, за мясо ведь тоже нужно отчитываться. Посмотрите эту колбаску, как она выглядит. Она светится, она прозрачная, эта колбаса. Вот это то, что дают в крымском обсерваторе санаторий Мисхор. Теперь мы посмотрим, сколько стоит и как выглядят места. Санаторий Мисхор, мы обращаемся к интернету, запрашиваем, и вот мы видим. Что мы видим? Вот такие номера в санатории Мисхор. $50 в сутки. За что, друзья? $50 в сутки. Давайте посмотрим, за что. Нет-нет, вы скажете, что вполне даже это все нормально. Смотрите, вот какое белье вам предлагают. Драное белье. Белье 70-х годов, 50-х годов. Но мы ничего не знаем. А для того, чтобы вы видели, что это санаторий Мисхор, я даю вам драное, совершенно развалившееся полотенце, на котором написано Мисхор. Вот еще подушки или пододеяльник, тоже все расходится от старости. Все расходится, друзья, от старости, потому что это уже не белье, это то, что нужно выбрасывать.
Где они взяли такое белье, конечно, трудно сказать, но вот посмотрите, какие дырки на этом белье. Я думаю, что $50 – это достаточная сумма. Ну, а теперь посмотрите на места пользования санитарного. Санитарное пользование, мы ведь там прячемся от COVID-19. И смотрите, это черные, черные совершенно плесень, которая, в принципе, опасна для здоровья человека. И вот еще смотрите, $50 в сутки. А какая лампа, какая шикарная люстра висит. Я думаю, друзья, Африка позавидовала бы таким люстрам. Еще раз давайте смотреть. Смотрим мы Мисс Хор. Правда, видите, я года никак не могу увидеть, какой же год это был. Может быть, это вообще было 100 лет назад выпущено. Вот это самое 1999, наверное, год. Я не знаю, друзья, может быть, вы лучше меня разберетесь. Но вот смотрите, вот эта пуховая подушка, как она зашита. Да, это вот $50 в день. Смотрите, что вам предлагают за $50 в день. Это, друзья, ну, друзья, это, конечно, вам не люкс, а что вы хотите? Вот 1500 рублей в день, такое предлагает Сергей Аксенов, для вас, чтобы вы там пожили, посмотрели, подумали, стоит ли вам вообще в Крым ехать. Мне так кажется, что можно, конечно, и воздержаться, чтобы не есть тюремную баланду. Да, друзья, лучше воздержаться, потому что тюремная баланда – это страшно. Но что касается самой обстановки, друзья, в комнате, откуда я вам даю все эти фотографии, друзья, не было штор. Люди вынуждены были раздеваться, одеваться, ложиться спать при открытых шторах. Их вообще не было в комнате. А за окном была охрана. На мосту стояли охранники. Это что касается комнаты. Комната без штор, вот где я показываю вам лампу, люстру. Я не знаю, как это даже можно назвать, но это абсолютно какое-то непригодное для использования в нормальных помещениях лампа. И там вы видите, что штор на окне нет. Это санаторий Мисс Хор. Это то, что Сергей Аксенов предлагает вам, друзья, предлагает как хороший отдых за ваш счет. Конечно, из комнаты никуда не выпускают в течение 2 недель, ни в коридор, никуда. Вы должны сидеть запертым, быть в своей комнате. Это жутко, это страшно, это реально тюрьма, друзья. Вот что такое обсерватор, а самое главное, я вам показываю то настоящие обеды, завтраки, ужины, которые давали в обсерваторе в санатории Мисс Хор. Чтобы вы понимали, что все, что показывают вам в других СМИ, это все ложь, это неправда. А правда вот она, самая простая. Люди, которые отдыхали в обсерваторах, причем мужчина, который отдыхал, он был крымчанином, и он прислал вот это самое неудобоваримое жратье, которое предлагают за 1500 в день. Это жратье, это не пища, это не продукты. Это, ну да, на баланду это похоже, друзья. На баланду, возможно, это похоже, но это не стоит 1500. А здесь, да, в Крыму вам предлагают именно это за 1500. Ну что же, радуйтесь, особенно мухам на омлете можете порадоваться. А людям в санатории Мисс Хор, как скоту, дают рванину, которая, наверное, уже 30 лет, как должна быть списана. Ее не выбросили, эту рванину, ее дали людям в санатории Мисс Хор. $50 за день. И вот вы смотрите, что предлагают вам. Это Крым, друзья, это бандитский Крым. Я никому из вас не желаю попадать в эти обсерваторы, потому что в Крыму, друзья, среди чиновников вор на воре сидит и вором погоняет. И попасть в хороший обсерватор, о котором пишут, о красивых, каких-то хороших действительно продуктах. Ну вот я вам привела пример, что мне присылали из санатория Мисс Хор. А что показывают в СМИ? Вероятно, это отчет Аксенова перед властями, куда они тратят деньги. И еще я хочу, чтобы вы понимали,
Я слышала информацию, я не могу ее проверить, то есть я не видела постановления ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, но ВОЗ выделяла на каждого больного COVID 14 500 долларов, независимо от того, какое это государство. Поэтому каждый губернатор, каждая страна старалась на себя натянуть как можно больше одеяла, как можно больше заболевших выставить для оплаты, чтобы Всемирная организация здравоохранения перечислила в это государство большое количество денег. Поэтому на этом фоне и врачи старались себе загробастать как можно больше больных, показать, что у них огромное количество больных, и они требуют денег. Я о том, насколько перерабатывают врачи на вранье. Они стараются рвать одеяло на себя. А что там стараться рвать такие одеяла, как в санатории Мисс Хор? Оно все разлезется по швам, как только вы начнете его рвать с разных сторон. Итак, во главу угла везде поставлены только деньги. Именно поэтому вас пытаются засадить в эти обсерваторы, а не для того, чтобы помочь вам справиться с вашим здоровьем или нездоровьем. Везде стоят деньги. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.